Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы, которые вы задаете. Итак, если нет отношений более 13 лет, нормально ли это? Ну, смотря для кого. Для вас это нормально, может быть, если вы не хотите отношений, в том числе интимных. Вот, для кого-то нет, если человек хочет, например, и у него не получается, вот, то все зависит от субъекта, от субъективных стороны человека. Если с точки зрения, ну, с субъективной точки зрения, человек хочет отношений и не может, то это не нормально для него, Если говорить про других людей, то да, абсолютно нормально, но то есть со стороны, это норма, почему нет? Особенно если у человека нет желания как бы вступать в отношения. На здоровье это сказывается не лучшим образом, в частности отсутствие интимной жизни. Вот, что касается в будущем, то это сказывается на некой скованности в отношениях, на неких, на некой неуверенности в отношениях, потому что есть проблемы, взаимодействия, проблемы контакта, проблемы личных границ и так далее. Ну, то есть просто вот человек, привыкает быть один. Это делает его, несколько не социализированным. Есть такие люди, у которых нет связи с мужчинами 10 лет. Да есть, конечно. Есть. А что, при чем здесь они? В чем проблема в отсутствии? А проблема зачастую находится в девушке, но немножечко не в том, что она не нравится. Проблема заключается в том, что сам человек, то есть девушка, имеет некоторые конфликты, которые мешают ей продемонстрировать свои сильные, свои яркие стороны, то есть раскрыться. Конфликты показывают человека как очень непостоянного. И в том числе из-за этого, из-за непостоянства, ну, в общем, человеку сложно вступить вот в отношения, потому что нет какой-то вот такой яркой картины образа, психологического образа человека, из-за чего с кем, собственно, в отношения вступать. Вот. Но есть еще достаточно важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, это на то, как на основе чего вы, например, хотели бы выстраивать выстраивать взаимодействие с мужчинами. Как именно вы этого хотите? Ну, как вы это видите для себя? Вот, это тоже момент достаточно важный. Вот.
Такая вот история. Если на это не обратить внимание, вот, то может быть проблема. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что это было полезным вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.